Здравствуйте, меня зовут Бурматова Наталья, ДК поселок Горный. Давайте готовиться к светлому и доброму празднику Пасхи. Я хочу вам показать, вот такие конвертики можно сделать на Пасху. Делаются они из цветной бумаги. Вот этот, например, я сделала из обычного пакета подарочного. Его можно положить конфеты, пасхальное яйцо. Декорировать можно как угодно. Вот мы сделаем вот такой вот конвертик и вот такой вот цветочек. Для этого нам понадобится карандаш, линейка, ножницы, дырокол и обычный клей, так как бумага легкая, но и декорации. Вот такие вот ленточки всякие, бантики, бусинки. Значит, берем обычную бумагу квадратом 21 сантиметр на 21 сантиметр. Складываем ее треугольником. Затем складываем правый угол вот таким образом. И таким образом складываем левый угол. Можно приклеить на двусторонний скотч. Но так как бумага легкая, я просто слегка приклею его клеем. Вот таким образом. Это мы отгибаем сюда. И это вот сюда. Основную пока делаем вот здесь вот такие вот точечки. Берем дырокол, переворачиваем, чтобы нам было видно. Засовываем так, чтобы было видно вот дырочки. И делаем вот такие вот дырочки. Это для ленточек. Вот такой конвертик у нас получился. Сейчас будем 5 на 5 сантиметров или 6 на 6 сантиметров. Складываем их вот таким образом пополам. Затем мы рисуем на одной половинке половинку сердечка и вырезаем. Такие конверты у нас получились. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч!